Ты первокурсник. Тебе предстоит узнать много дисциплин. Сдать кучу лабораторок, около 50 зачетов и экзаменов, чтобы потом... Работодатель даже не посмотрел на твой диплом. Сорян за спойлер. Короче, это еще не все. Универ — это такое место, где кроме основных занятий тебе предстоит изучить еще несколько дисциплин. Друга в писательство. Это случится неожиданно. Однажды придет он и скажет, что забыл ключи, в очередной раз расстался с девушкой или просто ему веселее, чем обычно. Тут и начнется занятие «Подруга в писательство». Неожиданно у тебя появится новый сосед. Хочешь ты этого или нет? Слушай, ты как бы живешь здесь почти месяц. Ты ничего не планируешь? Да, я тоже думаю, что пора постирать мои вещи. Можно? Основы оценочной стоимости чека. Здесь ты сможешь понять, как по внешнему виду кафе определить средний чек. Например, если на столах уже есть приборы и фужеры, это явно не твой формат. Если люди сами уносят за собой подносы, хороший знак. Если кушать придется стоя и пить из пластиковых стаканов, скорее всего, это место придется тебе по душе. Анализ текущих отношений. Все хотят найти себе девушку, но никто не хочет столкнуться с тем, что у девушки, с которой ты провел уже 4 свидания, все это время был парень. В универе ты научишься по Инстаграму с высокой точностью определять наличие у девушки отношений и степень их серьезности. Глава 1. Анализ периодичности фоток с букетами. Глава 2. Брат или парень. Определяем, с кем она обнимается по наличию комментариев. Красивые или смотритесь. Глава 3. Выложить откровенную фотографию как способ показать, какую красотку он упустил. Неспология. Когда еще, если не в университете, ты сможешь узнать, сколько может не спать твой организм? Как сделать так, чтобы спать не хотелось? Сколько хватает часов сна, чтобы выжить во время сессии и выжить в университете? Психология аудиозаписей. Здесь ты научишься по аудиозаписям девушки понимать, стоит ли тебе дальше общаться с человеком или нет. Методы сонно-пространственной оптимизации. Впрочем, кроме навыков не спать, ты изучишь еще и противоположный. Как спать везде, при любых обстоятельствах. Буду с тобой честен. Когда ты закончишь университет, некоторые знания ты позабудешь. Однако это не так важно. Важно, что здесь ты приобретешь то, что нигде больше не найти. Это останется с тобой на всю жизнь. Привет, друг! Привет, дружище! Как дела? Да все нормально. Слушай, можно тебя сегодня на ночь переконтролить? Тут ситуация такая очень вышла. Надя пошла все в гости. Всем привет, это дуэт «Громкие рыбы», телеканал «Универсмотри.ру». Мы снимаем смешные ролики. По крайней мере, ты нам сам так пишешь в комментариях. Предлагаю посмотреть, так это или нет, а посмотреть это можно вот здесь. Ты ставил здесь? Должен был где-то вот здесь вот. Ага. А, и тут вот одна такая мигающая аннотация, такая неприятная. Ага. Должна быть рыба. Тут я ставил под рекламу. А-а-а. Может быть, кто-то нам попросит что-нибудь вставить. Угу. Был один, вроде как, заказ. Ага. Что-то слетит.